Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского университета состоялась международная научно-практическая конференция. А тему конференции обозначили как современное телевидение между национальным и глобальным. Телевизионная тема, она всегда особенная, она всегда привлекательная, прежде всего, потому что само телевидение было, есть, еще долгое время будет одним из главных, основных ударных инструментов на медиапространстве. Здесь поднимались острые проблемы и важные темы. Говорилось о современном телевидении и вызовах времени, о том, слышат ли телевидение общество и многом другом. А своим опытом со студентами-журналистами делились эксперты в области телевидения, поэтому эта информация была для них очень ценной и важной. Мы же понимаем прекрасно, что упрощенное, грубо говоря, низкий стиль, стёб и то же самое гопничество – той или иной форме, оно воспринимается, усваивается аудиторией гораздо легче, чем так называемый высокий стиль или что-то требующее работы ума, работы души и определенной подготовленности. А телемост «Казань, Москва, Ростов-на-Дону» под лозунгом «Навстречу друг другу» показал о серьезных возможностях студенческих медиацентров. После телемоста в рамках конференции состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Международной ассоциацией студенческого телевидения МАС. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.